Всем здорово, ребят. Ну что, у нас продолжается рубрика «Кошмарим», «Кошмарим кошмарки». И я сегодня дальше начал думать, как же, что можно сделать, так как у меня нету выживания. Это было бы намного проще, наверное. Фак тоже нету смысла ставить. Огник сливается. Чем же зафармить? В итоге я взял просто маскировку. Она у меня, правда, здесь мелкого левела, но есть плюсы. Плюсы, когда герой уходит в инвиз, так как это огник, ну, не такой инвиз, как сейчас, а в нормальный инвиз. Сейчас мы возьмем, немножко поменяем. Поехали, хабгилия. Кстати, надо пройти будет волны. Давайте сразу их сейчас зафармим. В общем, чем маскировка хороша? Огник уходит в инвиз, и, соответственно, он имеет возможность отхилиться. Так, в принципе, больше нигде я ее не советовал бы использовать. Так, ну, если у вас небольшой топ, можно пробовать на битве гильдий. Дальше в топах она просто бесполезна. А вот на подземке она мне сейчас очень зашла, я попробовал, у меня там попытка была 35. Единственное, у меня нету ремок, и у меня неким резнуть. У меня на моих героях стоит ожива, сейчас я гляну, чекну, на седне там ремка или ожива, на ней есть скин. Там, по-моему, тоже ожива, надо ремочку талантиками, тогда возможно что-то у нас еще получится. Так, чем все, походу все нормально. Так, с этим разобрались, потом я попрохожу дальше. В общем, поехали. Я залетел не туда, куда надо. Магии у меня таки нету, это, конечно, плохо. Ничего не поделаешь. Займемся как-то этим. Я пока самики все коплю. Да, видите, у меня нету, к сожалению. Была бы ремка, можно было бы хоть как-то попробовать его еще резнуть. Ладно, будем пробовать так. Может, повезет. Панчбокс, как видите, дамага довольно-таки дофига наносит. И вот самая основная проблема. Вот он ушел в инвиз. И вот этих вот пару секунд и плюс лям 600. Мне этого вполне хватает, его пока он выходит с инвиза, ну вышел с инвиза, у него ограничения есть. Но в большинстве случаев, как видите, можно напороться на того же самого малыша Ника, и он просто тупо снесет. То есть надо, скажем так, выждать еще кое-какой кулдаун, чтобы повезло. Но у меня получалось это сделать, надеюсь, сейчас получится. Будем пробовать. Молчанка, конечно, это печаль. Надо юнитов нанять будет. Тотемы поразгребать. Но без инвиза, я вам скажу так, даже 30-й прорыв здесь просто тупо не спасает. Здесь дофигище тотемов, молчанки, огник боится молчанки. Заморозка, видите, от малышника пролетела. И очень много башен, которые реально просто тупо сносят. Ты нифига сделать не можешь. Ну, по крайней мере, я буду стараться. Потому что, ну, у меня других вариантов пока нет. У меня нету какашек, чтобы сделать эволюцию того же самого Анубису либо Ворожею. У меня нету книг, чтобы сделать им 30-й прорыв. То есть у меня единственная надежда на сегодня — это огник. Была бы Фрея хорошая, можно было бы, конечно, и Фреи попробовать. Единственное, что меня здесь может спасти, это опять же магия. Но, к сожалению, у меня нету молотков. И не добавили, кстати, блин, пропал уже этот, не добавили шарик, не шарик, эти шарики на немецком сервере, и, соответственно, печально, очень печально. Ну, надо пробовать. Это последняя подземка, скажем так, которую надо мне пройти. Думаю, 7-10 будет намного проще, нежели это. Видите, тотемы. Тотемы, конечно, это боль.
Ну, по-любому, должна быть. Я набивал 30%, у меня оставались. Вот, видите, ушел винвиз. В принципе, маска как вариант, очень довольно-таки даже неплохой. Одно, что мешает, это, блин, надо, чтобы. Вот опять слили. Я сейчас хочу еще один вариант попробовать. Запустить. У меня нету даже скина. Его и попробовать оккультиста. Вот надо будет сейчас он. Вовремя, если запустить. Давай хилься. Хилься, блин. Ну, посмотрите, ну это вообще писец. Я так скоро все самоцветы просру, ну эту подсъемку. Ну, я думаю, все равно я таким вариантом смогу утащить. Опять сейчас сольется. Не, нормально, вышел с инвиза. Плюс маскировка дает довольно-таки немало тоже дамага, что тоже довольно-таки неплохо. Так, вроде раз спаслись. Попробуем сейчас ворожея. Так, отлично, ворожей, ворожей, ворожей. Забежали в центр. Седнушка. Не сливайся. Хорош, 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 хорош. Малышеники, малышеники. Самое главное, малыша его утащите. Все, в принципе. И не попасть под молчанку. Все, малышей разобрали. Так, 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 так. Тихо, 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 ша. Давай тащи. Ну все, остался один Ронин. И посмотрите, сколько башен фигачит нас прям. Просто тупо фигачат. Блин, 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 блин. Ну, все. Вот такой вот, ребят, вариант только есть. Самое главное сейчас, чтобы он успевал уходить в инвиз. 40%. Я фигею просто. Я просто фигею. Жесть. Вот это облом. Вот это пипец, ребята. Вот это я обломался. Какой кайфовый был заход. Блин, я уже не знаю, что делать. Вот реально, у меня по магии тут вообще печаль. Так, у меня строитель освободился. Отлично. Я просто не хочу особо тратить самоцветы. У меня есть учет, сейчас попробуем. Подкачать сколько сможем. Такс. Ну, как вариант, но у меня это меня совсем не спасет, это магия. Ну, давайте попробуем. Попытка не пытка. Ну, видите, 40% набили, и в принципе мы могли только что это все пройти. Если бы я взял сейчас еще магию, думаю. Ну, тут, знаете, тут тоже, опять же, смотрите, сейчас вроде все нормально, он выйдет с инвиза, можем слиться. То есть варианты разные есть. Но была бы, допустим, у меня магия на этот, на отхил, вот как сейчас, я думаю, мы бы затащили. Сейчас самое главное, чтобы он опять слил. Блять, слился опять. Это просто какой-то трэш. Ладно, давайте всех резнем. Хочется все-таки зафармить. Ну, это единственное, от чего могут здесь спасти, это от тотемов по краям с арой. Так, что-то как-то мы коряво идем, или мне кажется.
Блин, жесть, и тот слился. Ну, надо качать героем, ничего не сделаешь. Такое чувство, что я здесь уже, наверное, самоцветов нормально так подслил. Но мне, в принципе, самые упали вот с этого были. С острова опять 500 самов прилетело. Довольно-таки неплохо, но я уже больше, наверное, здесь слил. Есть вариант, вот такая вот магия, 217 от хила, но, в принципе, тоже довольно-таки неплохой вариант. Спасет ли он меня, не знаю. Так, оккультиста закинул. Да блин, ну чё ты не включился? Все звучит. Уже начинает, ребята, бомбить тупо. Но других вариантов я пока у себя на аккаунте просто тупо не вижу. Ну, то есть это единственный вариант, который я смог сделать. Либо же ждать время, делать эволюции. Но на это все времени столько нету. Так, ну пробуем так. Попробуем. Может повезет. Так, там одержимый сейчас, наверное, стычки нас ушатает. Стычки просто шатают. 30-й прорыв, блин. Алло. 30-й прорыв. Блин, писец. Раньше мы без эволюции это все проходили. Ну, надо эволюции. Я говорю, без эволюции. Без прорывов это все бегали. Жалко, конечно, самое сливать, но хочется уже пройти. Блин, 40%. Как так можно было зафейлить? Давай залетай в инвиз, что за фигня? Отлично. Закину сейчас отхил немножко. Хотя этот отхил, мне кажется, нифига не спасает толком. Блин, наверное, надо было все-таки мне наконец магию придержать. Что я поспешил. Сейчас начнут башни фигачить полным ходом. Ой-ой-ой, очень близко. Ворожей успел включиться? Успел. Ну что такое 46к отхила от ворожая? Это вообще просто ни о чем, честно скажу. Так, малышник ударил. Ай-яй-яй, сейчас ведьма зафигачит. Не, ну тут опять без варианта, мне кажется. Ох. Да, магию надо оставлять напоследок. Магия в конце самый нормальный вариант. Вот именно здесь магию сейчас бы подрубили. Когда башни дамажат очень много, надо однозначно магию подрубать для отхила. Опять тот же самый вариант, 42%, ребят. 42%, 43%. Ну, пожалуйста, нет, не дохни. Так, отлично, отлично, отлично. Бля, сейчас сдохнет, по-любому сейчас сдохнет, наверное. 50, есть, ребята, мы это сделали. Мы это сделали. Вот, видите, можно все без магии проходить. Маскировка реально здесь... тащит. Реально маскировка нам просто тупо помогла затащить. Хотя с другими вариантами, я не знаю, нереально выживание, мне кажется. Хотя, может быть, и выживание бы спасало 3 секунды, там 4. Но мне кажется, нам бы столько прилетало сюда. Я обязательно потестирую себя, когда выбью выживание. Ну вот, без проблем. Не знаю, на 3 звезды мы, конечно, не затащим. Вариантов у нас тут нет. Но 2 звезды у нас есть, и это радует. Это означает, что мы сейчас будем фармить самую последнюю подземку. Ну, с доступных, скажем так, и возможно проходимых мне на моей силе. У меня там силы немного, и мы все делаем это одним героем. Поехали.
Не знаю, что здесь сейчас будет. Наверное, будет писец. А может и нет. В принципе, эта подземка не настолько сложная. Здесь тоже много тотемов. Я их не поразряжал. Возможно, надо будет юнитов понанимать. Но мы, по крайней мере, хотя бы сейчас попробуем, что у нас получится здесь. Я надеюсь, мы здесь так мучиться, как там, не будем. Но это не точно. Здесь тоже малышеники, которые офигенно пробивают. И дофигища тотемов. Но я надеюсь, мы зафармим. По крайней мере, 7-9 я уже прошел. У меня это последний рубеж на этом аккаунте. Это 7-10. И я надеюсь, мы это сделаем. Не знаю, хватит ли нам времени. Вот это вот другой вопрос. Мне кажется, может, мне и времени не хватит. Таким темпом, как он бьет, возможно, мне времени не хватит просто пройти ее. То есть надо будет однозначно какую-то ускорялку брать, я не знаю, ну, героев. Либо же посливать всех героев, тогда попробовать обезвредить тотемы и на тыковке взять разгончик с ворожаем. Я думаю, может, такой вариант поможет. Здесь, в принципе, у нас стреляющих башенок нету, у нас все здесь чисто магические, то есть они дамага много не наносят. Самое основное героев поубирать — это ронины у нас. Ронины и остальные. Ну, в принципе, если тыковка даст пару стаков разгона нашему огнику, то я думаю, это будет без проблем. Но сейчас, по крайней мере, посмотрим, сколько у нас на это... скажем, сколько у нас времени останется. Я смотрю, что-то не очень. Ну, единственный вариант я вижу уже... Да, сложновато. Я по времени не успеваю. Не знаю, буду что-то думать. Пробовать Анубиса с тыквой. Но хотя Анубис у меня не особо и прокачанный, и тыква тоже. Надо делать эволюции, блин. Не знаю, делать Анубису эволюцию ради этой подземки. Да, видите, дамага вообще не хватает. Но это такой вариант. Мы можем сейчас, давайте с вами чекнем. Мне, в принципе, маска здесь, как видите, уже особо не нужна. Здесь нету столько дамага. Здесь мы можем трешануть, поставить пакт. Попробуем такой вариант. Ну, может, скорее всего, он сейчас отлетит сразу же. Самое главное, у него есть иммунитет. Его не станет. Конечно, блокируют молчанка. Но здесь молчанок особо много нет, поэтому... Здесь единственное, можно на Атланта напороться. Но дамаг посмотрите. Посмотрите на этот дамаг. Этот дамаг реально радует под панчбоксом. Причем панчбокс не особо прокачанный. Да, такой вариант будет круче. С пактом просто, смотрите, разлетаются нафиг все. Офигенно. Самое главное, не попасть на сейчас отражалку от Атланта. Может, и зафармим таким вариантом. Посмотрим. 20% за минуту. Сейчас тотемы пойдут в ход. Нет, тотемы мы миновали. Блин, дамаг, посмотрите, какой у него обалденный дамаг. Офигеть просто. Вот это мне нравится. 28%, ребят, 28%. Ну давай тащи. Блин, а я героев опять не взял. Я тыковку не взял для разгона. Но, в принципе, думаю, может, тыква мне здесь и не нужна будет. Может, мы изи и так зафармим. Да. Вот тот там с Атлантом, он, в принципе, не страшен. Минута 32, 50% у нас есть. Не понял. Там был стан. Я что-то не вкурил. Там был стан. И я это видел, смотрите, опять. Стоп, подождите. То ли я втыкаю? Что это за фигня? Бля, ну что ты так криво побежал, бро? Писец.
Это писец, ребята. Вот как можно было так криво забежать? Я в шоке. Я просто в шоке. Я что-то не могу вкурить насчет стана. Вообще не могу, не одупляюсь. Какого фига начался стан? 30 секунд, блин, я не успею. Я просто тупо не успею долететь до двух целей. Не, может и успею. Шанс, конечно, есть. А, не, у нас три даже цели. Даже если он сейчас здесь ударит стычки с панчбокса. 11 секунд. 9, 8, 7, 6. Пошли тотемы. Нет. Не, не успеем. К сожалению. Блин, если бы он так криво не побежал, а пошел по цепочке, думаю, мы бы затащили. Блин, ну ладно. Я ради такого даже зайду сейчас на русский сервер. И просто чекну, посмотрю, я не могу понять. По-моему, у него иммунитет от стана есть. Или я уже давно так бегал им? Ну, я, в принципе, уже давно героев забросил обзоры, но... Ради такого дела... Иммунитет к оглушению, блядь. Чё за дичь? Не получает более 10, имеет иммунитет к оглушению, страху и эффектам. Что за фигня, вот реально? Что это за фигня? Да, тот же самый прикол, что и с этим. То есть питомцы уже когда срабатывают, получается, блокируют. Я в шоке, честно говоря. Это просто писец. Какого фига стан? Я помню, что я раньше им бегал и как бы без проблем все фармилось. Жесть. Сейчас я возьму, поставлю вместо этой тыковку. Тыковка, конечно, у нас вообще имбичная. Ладно, будет такой вариант. В принципе, мне она нужна только чисто для разгона. На пару секунд. Но это писец, вы сами все видели. Ну, я не могу понять. Здесь он не станется, только где-то включался панчбокс. И я не знаю, каким образом. Но вот смотрите, здесь вот опять стан прошел. Какого фига? Сейчас стана нету. Вот последние секунды этого его начали опять станить. Я не знаю, что это за фигня. Но раньше у него стана не было. Причем он станется что в форме, что без формы. Как-то странно очень. Но я думаю, это нам не помешает сейчас затащить это все. Я надеюсь. Самое главное героев разобрать. Видите, какая разница? Пакт и без пакта. Девятый пакт, и мы просто разносим этих героев в щепки. Разница в дамаге очень большая. Так, давай, добивай. Все, ронины все ушли. Отлично. Вот опять та же самая фигня. Давай, включай уже свой скилл. Что за фигня? Ну, блин, опять станется. Я не знаю. Это бред какой-то, блядь. Раньше этого не было. Может, я что-то пропустил, пишите в комментах. Но я помню, что раньше я вот этой фигни не видел. По поводу стана. И все было нормально. Вот посмотрите на этого Рахита. Сейчас опять одну эту башенку оставит. Но это просто писец. Все, добил, отлично. Давайте тут тыкву закинем. Ворожея. Тут оккультиста, а тут Анубиса. Ну все, получили разгон, изи фарм. В общем, вот так вот, ребят, 7-10 у нас зафармлено, закинули по лайку, поставили подписку, кто не подписан. Вот такое вот прохождение, нас спасла маскировка. Все, пишите комменты, ставьте лайки, я изи зафармил, теперь можно без проблем фармить и КГшки, и итемы. Потому что восьмую, понятно, я своими героями пока тащить не буду. У меня нечем ее тащить.
и надо дофигища всего. Я пока сейчас буду копить коробки, надо дозабирать коробки по максималке, это все сделать. Отлично, просто отлично. Еще плюс две коробочки. Все, всем удачи, всем пока.